Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Пророк Исаия. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.